Я просто член. И все, больше ничего. Вы участвуете в переговорах? В каких переговорах? Насчет кандидатуры. Нет, как я могу? Просто член же не может участвовать. Это прерогатива лидера партии. Я просто член. И все, больше ничего. Просто член и все. Больше ничего. Заметьте, он не пьян, ему никто не угрожает. Он говорит это от чистого сердца. Я просто член. И все, больше ничего. Как бы я хотел слышать эту фразу в таких ситуациях. Шеф, пару километров подкинешь? Да. Сколько? 800. А что так дорого? Я просто член. Слышь, чувак, дай конспект переписать. Надо было на паре писать, а не болтать. Да ладно тебе, что ты себя так ведешь? Я просто член. Уважаемый господин глава района, как вы прокомментируете незаконное строительство дома? Я просто член. А дальше журналисты зададут, ну, очень глупый вопрос. Вы участвуете в переговорах? В каких переговорах? Насчет кандидатуры. Нет, как я могу? Просто член же не может участвовать. Ну, это и ежу понятно. Просто член не может участвовать в переговорах. И вообще, где вы видели говорящий член? Я думаю, этот мужик не расстроился, когда я увидел себя по всем каналам. Ну, а что? Он же не назвал себя придурком, уродом или дебилом. Он просто сказал... Я просто член.